Мы тут, короче, подсмотрели, что у нас документы на машину кончились. И что еще, оказывается, есть такое новое правило. Вон там закат. О том, что номера надо поменять. Там какие-то буковки, циферки, короче, что-то у них менять надо. Тюбинка, я думаю, надо убрать оттуда, да? Там круг вон под машиной. Вот. А ехать так далеко. Ну и вот эти все госслужбы там в одно там окошко номера менять. Прикиньте, на машину техосмотр проходить. Ой, вода не стоит. Где у меня руль? А, там руль. Так вот. Далеко это еще. Помимо того, что в столице, еще и от столицы далеко. Ага, вон вай. Круг спасает вчерашний. Где вай? Вон вай. Круг, вон круг. Неудобно мне снимать, у меня батарейка сзади прикреплена, потому что у меня телефон разрядился, а я его забыла зарядить. Собирала и выкладывала видюшечку длинную на YouTube. Ой, как тепленько сегодня. Плюс 50, наверное. Вот, и, короче, но менять-то надо. Там полиции всякие, они же иногда... Ну, они как, они всегда, когда новые правила выпускают, такие, короче, раз новое правило, значит, его еще не все знают. Лай пошла документы проверять. А раз его не все знают, значит, короче, кто-то где-то прокосячился, и можно денежку срубить. Вот. У нас полиция на донейшн живет. Тут плавалось. Ну, короче... Надо переделывать документы. Мы можем ехать, или я пока еще постою, да? Давай. Нам надо переделывать документы, и нам надо менять на машине номера. А мы находимся в деревне. И жарко, и лень. Ну и вообще. Вот. И Лай нашла как... А это кто, твоя подружка, или... Хуноу. Или... Просто Хуноу. Ну, короче, какая-то знакомая у нее девушка. Она говорит, не друг, потому что она младше меня. Ну, какая-то from Ван Венг, да? С Ван Венга. Они занимаются тем, что, короче, помогают таким, как мы, чтобы все это сделать без нашего участия. Вот. И как бы не хотелось выползать сегодня в город... Но выползать в столицу, менять документы, номера, тратить на это дохрена времени и сил. Вот, ну, короче, мы выбрали вариант номер один и едем сейчас в город Ван Венг. Ну, в смысле, в деревню. Не Ван Венг мы едем? До Симон Велич. А, короче, до соседней деревни еще ближе, зашибись, Лая. Ой, барашки мои. Едем. Бардачок упал. Ой, Беляш, давай вставай. Ага. Встречил что-то. Ай ты мой какашкин. Ай ты мой, покажу вам Беляша. Ой, там Беляш. Чё Беляш? Он спал там. Ой, вот всё-таки упал батарея. Вот, и мы едем до соседней деревни, чтобы они нам скрутили номера. Они же у нас заберут номера, да? People take, да? Ну, короче, сейчас посмотрим. Наверное, они скрутят с нашей машины номера, мы им отдадим документы. И будем неделю сидеть еще в деревне, как минимум, потому что... Ой, закат красивый. Потому что мы... Да, наверное, еще надо... Ай, ну там, я знаю. Вот, еще надо номер, короче, перетереть с машины. Ла, я тебя показываю. Скажи привет. Давай драйв. Иди, говорит, веди машину, а то ты как-то ведешь ее не так. Вот, ну, короче, ну, я еще покажу, раз я уж камеру перевернула, значит, все равно придется склеивать видео, а раз придется склеивать видео, то там поснимаю еще. Лай зашла домой и взяла еще просроченные права, ну, эти драйвер-карт брата.
говорит, спрошу этой же девки, может, поменяет тоже сразу. Чтоб ей там не геморить. Что такое? Чё такое? Жарко, тёпленько. Она говорит, сказала родителям, что мы сегодня не приедем кушать. Если есть, говорит, еда, привезите, говорит, мы дома поедим. А если, говорит, нету, ну и ладно, не поедим. Вот, поехали дальше. У нас сегодня вареный муж. Лайв пошла. Там музычка играет. Лай говорит, попросили чуть подождать. А я вышла из закат показать. Храм такой. А, это вон там, это ж этот центр. Мы тут там денежку и конфетки раздавали. Опен, чё? А, говорит, давай, открывай машину. Because как там, I think, number? Мы ищем, короче, где номер. Все вместе. Точно, говорит, такое? Короче, отвертки нету, говорит, езжайте в салон, номера, говорит, в салоне снимите, говорит, в пакетик положите и завтра отправим. А она там все вот эти штучки там карандашиком как там что-то сверяет, короче, фоткает. Вот, так что сделают нам документы, ну как, обещают, ну сделают, а куда они денутся? И будут у нас новые номера и новые документы. А пока надо поехать куда-нибудь поесть. А потом найти салон, где снять номера. Давай помогу. นี่ต้องแบบนี้เลยเล่นนับดำดำดำมาจากนอตจงหรือบันดอทออฟูกายอันนั้นไปเชิญกันเอาใส่อะคะเยี่ยม
เอาใส่เลฟไรท์ตัวเออเธอมันเห็นแบบนี้อันนี้นี่ดำหมดแล้วนี่มันอ่านบ่ออกนี่ตัวเองบ่ดำเอาแบบระดับอ่านออกนี่น่ะใครจังได้บ่เออสำนีนี่โอเคแต่ว่าเจอคีนถ้ามันเห็นหอดผีหนาถ้ามันดำอันนี้Попытка номер два. Я первый раз сделала так же, но она говорит, надо сзади обязательно закрасить карандашом. Если не будет закрашено бэкграунд черным, то не примут в компанию. Пошла клеить третью, говорит, сделаю три на всякий случай, чтобы точно не ошибиться. Жарко. Ну и третий раз я там уже в машине сижу. Опять не видно. Говорит, плохо видно. มันพันหลวดไปหมดเนาะ different different texture เพราะถ้าบนอื่นมันต้องเป็นเลขหลุดลงเออบนอื่นมันเป็นเลขหลุดลงแล้วเขาขีดไปละอันมันเป็นสีขาวนี่นะเออนี่มาโทรบไรโอ๊ยมาโทรบไรอย่างตอนนี้เน็ตแบตเราต้องหมดนะได้ยืดเด้อมันจะอ่านออกหรอกตอนนี้ก็เห็นมันเนาะมีแต่ที่เอาอันที่เอาอันนี้ละที่ท้ายหูไปเธอเราจะเอาอันนี้เพิ่มใหม่ใหม่เลยถ้าขอไปได้สักตัวมันได้แผลแล้วตัวนี้ของเขามันนุ่นเลยไปได้มาเข็นเดี๋ยวเข็นบดีบดพุ่งไปเลยจำเสียงเปิดตัวบนคอมพิวเตอร์ just different dot หาดู because normal thank you นี่ так давай найдем где different dot อาสคาบุคินอาสคาบุคิน попытка номер большая длинная вернее как это ну короче не помню какая по счету но попытка на самом деле говорят просто обычно не там все это делают а где-то там а у нас там все очень грязно и ничего не видно ну что делать где номер у машины где-то ж тут должен быть да Мои детские эти штуки не сработали. Так, говорит, я сделала и все получилось. Буду так все три раза делать. Антони, ко мне, возьми хангхэнг, она. Ю, антум, она.
ตัวไอ้อัน A64 сейчас выяснится, что там еще три буквы мы забыли. А солнышко уже спряталось, пока мы тут нумератором. Ну все. Закончили со сбором номера. Номера, да. Мокрые люди с речки. Так вот дом вечерочком уже сидят, как называли. Петухи, куры. Ну, короче, все как всегда. Адам Фрам. Короче, мы заехали в какую-то шиномонтажку снимать номера. Говорит, 50 тысяч за снятие. Там чуть больше $2. Ну ладно. Доставка колес. Из центра, видимо. Велосипедик. А? Он не умеет. Он цену на обум сказал. Мы немножечко в шоке. Ну, получается, я ладно. Он мне бампер не сломает вот. А? А не Ботегва. Вот подни. Мне манго из коробки дали поковыряться. Да, вот так. Посвежее. Пободрее. Вкуснее. Вкусно? Да. Что я с мышами последнее время ем? Да. Амляк, амляк. Вот. Ананна. Мышкин. Мина, мышкин. Давай yourself then choice last time people teach you. Они макмуан торе. Это 25, тот 45, а? Это уже местный домашний посол. Доллар за килограмм. Опинян босу. Как дай суп? Босу каван. Босу босе. Сока алсупо. Дыньку мышкам. Ананасики вот такие вот тоже домашние.
Рынок, короче, такой. Ага, мы вернулись, такая, как будто, не знаю, Лай говорит, как будто губной помады нет. На машине нету номеров. Вот, затарились фруктиками, какими-то штуками. Лай, вон, люксиный сок этот, тростниковый. А у меня водичка. Я тоже поехать что-нибудь найти пожрать. А то время уже сколько время? А у меня сегодня что? А, я сегодня два яйца съела. Ой, и манго. Чё мои котики? Кто мои котики? Кто мои котики?